Надежный, эффективный и недорогой масляный обогреватель? DeLonghi убедили нас, что это возможно. Радиаторы серии HOR являются воплощением простоты и удобства в использовании. В серии достаточно широкий выбор моделей, поэтому сначала разберемся с названием, чтобы упростить выбор. Первые две буквы и цифры обозначают принадлежность обогревателей к серии HOR. Следующие две цифры – количество секций. Чем больше секций, тем выше скорость обогрева комнаты. Последние две цифры – мощность. Соответственно, чем выше мощность, тем большую площадь обогреет прибор. Комната нагреется быстрее и в том случае, если у радиатора дополнительно имеется тепловентилятор. Такие модели отмечены буквой V. Некоторые модели предлагаются также в черном исполнении. У них в конце названия есть буква B. Как видим, разобраться с широким ассортиментом несложно. Давайте посмотрим на особенности серии. В первую очередь нас интересует эффективность обогрева. Здесь производители предлагают уникальные и запатентованные компанией DeLonghi решения. Секции радиатора имеют так называемые тепловые щели, благодаря которым поверхность прибора не перегревается, что соответствует европейским требованиям безопасности. Кроме того, обеспечивается дополнительная циркуляция воздуха, и комната нагреется быстрее. Есть три режима мощности, а контролировать температуру в помещении поможет встроенный термостат. Поскольку масляные радиаторы рассчитаны на длительный непрерывный режим работы, важно, чтобы температура в комнате была комфортной. С помощью термостата можно зафиксировать нужную температуру, и обогреватель будет ее автоматически поддерживать. Кстати, здесь есть и защита от замерзания, поэтому прибор можно спокойно оставлять в холодном помещении на длительное время, установив вот этот режим на термостате. Тепловентилятор можно включить как вместе с основным нагревательным элементом, чтобы ускорить процесс обогрева комнаты, так и отдельно. Но не забывайте, что тепловентилятор не рекомендуется оставлять включенным долго. Отключать его нужно вручную. Позаботились производители и об удобстве использования. Обогреватели оснащены ручкой и роликами для легкого и безопасного перемещения прибора из комнаты в комнату. Шнур длинный, но он не будет мешать, если его аккуратно свернуть и закрепить вот здесь. В качестве вывода скажем, что серия радиаторов HOR – хороший бюджетный вариант и для дома, и для офиса. А цена позволяет приобрести его даже про запас, к примеру, на случай непредвиденного отключения центрального отопления.